Луиш, первый сбор практически позади, было очень много товарищеских матчей. Как себя чувствуете и как оцениваете готовность команды? Penso que temos vindo a trabalhar muito bem, principalmente incidindo no fator físico. Tivemos um mês de férias, a sofrer do tempo de inverno. E agora cabe-nos a voltar a ganhar outra vez caixa, a ganhar jogo. Estamos a fazer treino muito intenso com o Mister. E muitos jogos também pelo meio, pouco tempo de recuperação. Mas penso que a equipa está a responder bem, toda a gente está forte, toda a gente está a trabalhar bem, está motivada e esperamos que assim seja até ao final. Ну, на самом деле, мы провели, у нас был месяц каникул, сейчас у нас достаточно такой тяжелый сбор, очень много нагрузки физической проходит, но в то же время много матчей играем, стараемся выиграть в то же время в каждой игре, готовимся к нашему предстоящему матчу. Но я считаю, что наша команда достаточно хорошо работает, хорошо реагирует на нагрузки, которые предлагают нам тренерский штаб, поэтому будем продолжать работать в том же духе. Мир Шелческо пробует разные сочетания центральных защитников, в том числе Доменика Кришета. Комфортно ли вам конкретно с ним играть в тренировочном процессе, в матчах? Понимаете ли вы друг друга? Como sente jogando com Cristo no centro da defesa? Se é confortável para você? Sim. Cristo é jogador que tem muita qualidade. Tanto pode fazer defesa esquerda como central. O Mister está a optar, prefere ele neste momento a defesa e penso que ele está a fazer um grande trabalho. Na nossa equipa penso que todos os jogadores têm muita... Não nos podemos queixar a nível defensivo. O Jovanović também é um jogador com muito potencial. O Nico, um jogador muito experiente, com muita qualidade, que conhece o clube. E me sinto confortável com o Cristo, me sinto confortável com o Jovanović, Nico, com a Nova Seltzer, que teve o problema da lesão. Penso que a nível de defesa estamos muito bem servidos. Na meu взгляд, у нас очень сильный, в принципе, уровень обороны в нашем клубе. И у нас очень сильный подбор игроков. И Николас Томбес, который очень опытный игрок, очень долго в клубе находится. Вукашин Иванович, который, наоборот, молодой, но в то же время очень качественный, очень хороший защитник. Мимо Кришета, естественно, мне очень комфортно играть с ним в том числе тоже. Он универсальный игрок, он может сыграть как слева в обороне, так и в центре обороны. Ну, также и Новосельцев тоже очень хороший игрок, но, к сожалению, он травмирован сейчас на этих сборах, поэтому мы с ним не так часто на поле выходим вместе. Но в целом, да, я считаю, что у нас очень сильный уровень обороны, мне без разницы, с кем играть, со всеми комфортно. В матче против Сахара вы один тайм провели с капитанской повязкой. Это просто была случайность или мы вправе ожидать, что вы вице-капитан или вице-капитан? Как-то так. O jogo contra a equipa do Oman, você jogou com a banda do capitão? Pode sair como capitão no jogo oficial também? Eu penso que na nossa equipa já tem sido a prova este ano, já foram vários que usaram a braçadeira. Acho que mais importante que a braçadeira é o respeito que existe em todo o grupo. Respeitamos quando é o Cristito capitão, quando é Nico, quando é Dani, quando é Javi, quando foi o caso do Witzel, quando será Niuk, Kejakov. O importante é que, independentemente da faixa, todos respeitem e todos lutem para conseguir os melhores resultados com o Zenit. Na verdade, não é tão importante o que é a capitânica повязка. С капитанской повязкой играют разные игроки, и Кришета, и Хави, и Дани, и Вицель, когда он с нами играл, а также когда они играли, Ников с капитанской повязкой, Хиржаков с капитанской повязкой. Не принципиально, главное это уважение, которое мы испытываем друг к другу, то уважение, которое у нас сейчас есть в нашей команде.